профессиональный судья. Улок этого кольца. Бринча дворочный тур. Там будет заместителем президента Лиги боевого самбо Северо-Запада. Поэтому поздравляю тебя. Şerler cangı. İkinci turu отборочный тур. Очоде белон кламыз. Мощнейший удар такой пропускает, как вооруженный этот тяжелейший нокаут. Вот так. Держит снова этот прыжок, удар колен, еще один пытается провести. И все, валит из Нергеева. Оппонент удержен. Ну что, красный угол октагона приглашается боец из Узбекистана. Встречайте, Алмазов Анвалджон! Ассаламу алейкум, меня Алмазов Анвалджон. Andijon viloyati Jalaquduq tumanidanman. Rossiyaga 2016 yil ishlash maqsadida kelganman. Men yoshligimdan Muay Thai sport turi bilan qatnashib kelaman. Hozirda ham ishlab, ham trenirovka qilaman. Men bu sherlar jangini Rustam Rahmonovning Instagram sahifasida ko'rib qoldim va ushbu turnirda qatnashishga qaror qildim. Men bordim, kastingdan o'tdim. Menga raqib berishdi, raqibim yaxshi ekan. Xudo xohlasa yaxshi jangga ko'rsatishga harakat qilamiz. Bu sherlar jangida qatnashishimga oila a'zolarim qarshi emas, poddershka qilishyapti. Bu sherlar jangida sherlar g'alaba qozonadi, sapenigimga omad. Qizil burchakda Ulbatta Matvarjon, O'zbekiston, Andijon, 22 yosh, 62 kg. Новоржон Алмасов выходит в красный угол октагона. Следующий бой львиной битвы у нас начинается. 22 года парню, вот из города Андижан, Узбекистан, 62 килограмма, рост 170 сантиметров вес. Начинает с желтой карточки, то есть, конечно, ему нужно будет постараться теперь, поскольку получается, что первый раунд он автоматически проиграл. Видимо, из-за перевеса. Мы сегодня с вами наблюдаем, дорогие друзья, на любой вкус. Были уже и нокауты, были у нас и болевые, удушающие приемы, победы решениями в упорных плотных боях. Посмотрим, какой будет этот поединок. В синий угол такого приглашается его соперник, также с Узбекистана. Встречайте, Гумов Бехрус!
Shahroz Surxondaryon, Termiz shahridan bo'laman. Hozirda Sankt-Peterburg shahrida yashayapman. Sankt-Peterburg shahriga 2008-yil kelganman. Hozirda ham Sankt-Peterburgda ham ishlab, ham turnov qilyapman. Yaqinda sherlar jangi Rustam Rahmonov kanalida ko'rib qoldim va o'z niyatimni qildim. Inshaalloh sherlar jangida qatnash niyatim bor edi va qatnashga qaror qildim. Kastingdan o'tdim. Kastingdan o'tgandan keyin menga sapernik berdi. Sapernikimga omad tilayman va inshaalloh sapernikimga omad tilayman va nasib qilsa chiroyli bo'y o'tkazishga harakat qilamiz. Sherlar jangida qatnashishimga uyimdagilar, oila a'zolarim qarshi yo'q. Hammasi xursand qatnashayotganimdan. Hammalaringizga omad tilayman. Demak, bugungi raqibi ko'k burchakdan G'ulomov Behruz O'zbekiston Surxondaryo 22 yosh 62 kg. Соперником Анваржона станет Гуломов Бехрус, также из Узбекистана, город Сурхандаря. 22 года, так же как его сопернику, ровесники они. А вообще, в принципе, они полностью по ДТХ идентичны, можно так сказать. 22 года одному и второму, 62 килограмма веса, 170 метров роста. Оба профессиональный дебют. Посмотрим, для кого он окажется победным, а кому придется делать выводы из своего поражения. Ничья здесь быть не может. Это отборочный тур. Сила таких туров запланирована 4. И напомню, что мало выиграть. Выиграть надо красиво. Запомниться надо. Надо зрелищно выигрывать. Тогда жюри вас отберет в вашей весовой категории для участия в гран-при. И уже победитель гран-при получит и денежный приз, а $3000 призовой фонд у нас. И пояс чемпиона, ИД пояс чемпиона львиной битвы. Сегодняшнего вечера в красном углу боец из Узбекистана, город Анжижан. Его возраст 22 года, вес 62 килограмма, рост 170 сантиметров. Это его дебют. Встречайте, Алмазов Алмаджон! А в синем углу его соперником станет боец также из Узбекистана, город Сурхандаря. Его возраст 22 года, вес 62 килограмма, рост 170 сантиметров. Это его дебют. Встречайте, Гулов Бехрус! Судьи, обратите внимание, Ульмасов Анварджон, желтой карточкой, вес не сделал. Рефери Вахтангу Владимир Балала. Ну вот, собственно, мы сейчас видим, что выносится официальный вердикт по желтой карточке. Команды дал не нарушаем. Головой локтем голову не бил. Затылок, позвоночник, пах не бил. Засекли прошедку шерту, не хватает. Внимательно, факт это пускается работать в течение 30 секунд. Работает только руками с голову. Покажите, как сегодня. Ома голова. Ну что ж, мы рассчитываем на красивый бой. Боец готов? Алмасов Анваржон против Бехруза Гулумова. Оба бойца из Узбекистана. И поединок начинается. Поприветствовали друг друга бойцы. Анваржон занимает центр октагона. Кружит вокруг него Бехруз. Аккуратно, в пах не бьем. Ну, такой мощный удар по корпусу, который мог стать, конечно, ударом в пах. Надо быть внимательным. К этому призывает Владимир Балала. Еще один удар по корпусу. И вот два мощных удара проходят у Бехруза. Так, прям отбросил он Анваржона в сетку. Но тот быстро собрался, пришел в себя. Готов атаковать, но идет вперед Бехруз. Навязывает на обмен ударами. Анваржон старался бороться, но сделал ему контрприем Гулумов. И сейчас он в доминирующем положении, пытается наносить удары по корпусу. Возможно, будет пытаться выйти в маунт. Старается защищаться Анваржон. Очень плотно он завязал своего оппонента, чтобы тот не мог ему нанести никакого ущерба. Не мог улучшить ситуацию. И 30 секунд у нас всего на партер. Сделано это для большей зрелищности, большей динамики поединка. Чтобы могли продемонстрировать все свои качества бойцы. Продолжается поединок в стойке. Кажа,
Бехруз старается раздергать своего оппонента. Проходит вперед, натыкается на клинч. Пытается пробивать коленями Алмазов. Идет у нас плотная такая борьба в клинче. На улучшение позиции с разменным ударом вырвался Гулумов. Мощнейший удар, какой пропускает сейчас Новоржон, этот тяжелейший нокаут. Вот так вот. Одним ударом. Одним ударом Гулумов Бехруз подключил своего оппонента. И нужна, конечно, врачебная помощь. Но открылись глаза у Алмаза Новоржона. Тут прямо сразу все повскакивали со своих мест, дорогие друзья, смотрят, все ли в порядке с бойцом. Тяжелейший удар он пропустил. Вот так вот обменивались. Ударами охватило всего одного. Это был удар мощный и точный. Ну, тяжело приходит в себя сейчас Алмаз Фонваржон. После такого нокаута нужно восстановление. Такая тишина повисла сейчас в зале у нас. Потому что, с одной стороны, был, конечно, очень красивый зрелищный нокаут, то, ради чего как бы многие и смотрят, собственно, смешанные единоборства. Но, с другой стороны, тут серьезно пострадать могло здоровье бойца. Упал он, как подкошенный. Ну, а что, не мешаем аккуратно? И врач до сих пор колдует над ним, старается привести его в чувство. Ну, здоровья желаем. Только здоровья Новоржону Алмазову. Страшенный удар он пропустил. Дается ему встать. Ну да, конечно, он тут ни до каких речей после боя нет и смысла. Нужно увести бойца, оказать ему помощь. Боец из синего угла, Гулумов Бехруз, Узбекистан. Ну а теперь бурные аплодисменты Гулумов Бехруз. Крутой нокаут, брутальный нокаут, жесткий нокаут. Соперник Андрей Голдберг. Слушай, на самом деле это было очень ожидаемо, потому что, как ты, наверное, заметил, в начале боя обратили внимание, что боец из красного угла руки не держит, а синий очень заряжен. Ну и, так сказать, это дало свои плоды. Вот, поэтому держите руки выше. В любом случае, желаем здоровья, самое главное. Самое главное – это здоровье, чтобы у нас спортсмены были в порядке. Это самое важное. Объявим следующий бой. Встречайте, Юсуф Боев, Оренбек!
Лая Турген Сахарнаман, Яшами Гермаде. Мен Рустам Рахманов на Instagram сахифасында кенши тур башланганын эшиттим. Эки кастингге катнаштым, да, кастингде өттүм. Азыр мен аста алдынан шугулланганман, кастингге өткөндөн кийин мага соперник бердилер. Соперник менен көрүштүк. Жакшы, нормалдуу бала. Сапатын тараплайм, и өзүн алакасын тараплайм, ар тараптан жакшы отношениядабыз. Азыр күндө тайяргарлык өттү. Худо халаса Сапенники мен, башкаларын хамме омет тилеймен. И мен уйымда ешкин бұнасая каршымас, наоборот хаммасы разы. Кызы Гурчакта, Юсуф Болиев Ойбек, Өзбекстоннан 23 65 килограмм болады. Продолжается львиная битва, второй отборочный этап. Ойбек Юсуф Болиев из Узбекистана, 20 лет парню. 65 килограммов вес, 175 сантиметров рост. Ассаламу алейкум. Исмим Болтаев Асаддин, Сурхандария валяяти Дино туманидан. Санкт-Петербург шаҳрига 2018 yilda kelganman ishlash maqsadida. Hozirda ham ishlab ham trenirovka bilan shug'ullanib turaman. Rustam Rahmonov Instagram sahifasida kuzatib boraman. Unda sherlar jangi degan bir narsaga ko'zim tushib qoldi va bunda ishtirok etishga qaror qildim va uni kastingga chaqirishdi. Kastingdan yaxshi o'tdim va menga sapernik berishdi. Bu xudo xolisi yaxshi natijalar ko'rsatishga harakat qilaman. Соперником Ойбек Хоразимдан, унга омад тилейман. Бу жангга катнашишимга оила азаларым каршы эмас, Худо халаса яхши натижалар көрсөтүшкө аракет кыламан. Соперником Ойбека станет Болтаев Асаддин. Также представляющий Узбекистан, город Сурхандарья. 24 года, 67 килограмма веса, 173 сантиметра в рост. Для обоих бойцов это профессиональный дебют. Как и для многих, кто сегодня участвует в нашей львиной битве. Ну, как я уже говорил, что, наверное, для многих это начало славного большого боевого пути. Именно благодаря проекту «Львиная битва», который сделал Рустам Рахмонов, при поддержке Нажмедина Хаджаева, вот этот шанс и появился у них показать себя наконец-то, показать всю свою силу воли, все свои бойцовские качества, умения. И, может быть, сделать тот самый первый маленький шажок для себя, но который будет большим, дорогие друзья, на длинной дистанции. Этой пары. Красный угол октагона. Боец, представляющий Узбекистан. Его возраст 20 лет. Вес 65 килограмм. Рост 175 сантиметров. Это его дебют. Встречайте! Юсуф Болиев Ойбек! А его соперником в сегодняшнем бою станет боец из синего угла, представляющий Узбекистан. Город Сурхандарья. Возраст 24 года, вес 67 килограмм, рост 173 сантиметра. Это его также дебют. Встречайте, Болтаев Асаддин! Рефери в октагоне Владимир Балалат. Бойцы на середине. Пожали руки. Внимательно слушаем мои команды, правила не нарушаем. Головой и локтем голову не бьем.
затылок, позвоночник, пах не имел. За сетку перчатки шорта не хватает. 30 секунд пар передается. В это время бьем голову только руками. Покажите, как себе будет. Ну, прям со всеми правилами ознакомил сейчас бойцов Владимир Балала. И бой между Ойбеком Юсуфбоевым и Асадином Болтаевым сейчас стартует. Судьи, время, первый раунд. Бой! Начинается первый раунд. Приветствуют друг друга бойцы. Следин начинает потихонечку поджимать своего оппонента, подбираться к нему на ударную дистанцию. Кто же первый атакует? Вот вопрос. Заряжаются оба. Может быть, на одну единственную атаку. Осаживает таким джебом по воздуху. Айбек, но хороший удар навстречу пропускает сейчас он. И сам переходит в атаку. Дал восстановиться сейчас Айбек своему оппоненту. Перевел его в партер. Ну, пытается у нас Следин сейчас треугольник закинуть своему противнику. Может быть, тяжелая ситуация для Айбека. Идет удушающий у нас, дорогие друзья. Айбеку нужно продержаться всего 30 секунд. Напомню, такие правила на партер на сегодняшнем турнире. Старается его задушить Следин, но додержался Юсуфбоев. Ну что ж, испытал сейчас силу своего оппонента в партере. И, возможно, сделал для себя выводы, что идти туда не очень-то и надо. Стойки у него получалось прям неплохо. Он повыше ростом. Руки-ноги подлиннее, соответственно, можно разбивать своего оппонента с дистанции. И не пускать его в клинч. Но, конечно, надо немножко более активно вести бой. Потому что лучшая защита — это все-таки нападение. Хороший лоу! Пошла опять размашная техника, кто кого свалит. Но тут у нас Айбек идет опять в ноги. И на гильотину, но сейчас его берет Асадин. Старается он удержаться на ногах. Очень плотный захват, кстати, проходит. Болтаева. Активнее. Но Юсуфбоев выживает, выдерживает. Стоп! И развитие эта ситуация не получает у нас сейчас. Снова у нас стойка. Бой! Айбек Юсуфбоев против Болтаева Асадина. Сейчас немножко отвлекся на своего секунданта Айбек. Нельзя никогда расслабляться в бою. Это могло стоить ему сейчас. Вот. Если был бы более опытный оппонент против него, он мог этим воспользоваться. Ну, на удар пытается Айбек выйти. Он опасается прохода в ноги от Асадина. Вначале он прям так рвался рубиться, то сейчас все-таки более осторожную тактику выбирает. Активнее. Уже к активности призывает Владимир Балала. Попытался издалека боковой зарядить Болтаев. Ну, такой видный прям. И первый раунд у нас завершен. Дорогие друзья, 33 боя сегодня нас ждет. Они получат право участвовать в турнире на выбывание за пояс чемпиона организации R3 «Львиная битва». Ну, также за денежный приз призовой фонд весьма солиден, $3000, дорогие друзья. В наше неспокойное время это хорошие деньги. Особенно, когда ты совершенно начинающий боец. И, может быть, даже не помышлял о том, чтобы зарабатывать себе на жизнь боями. Ну, у тебя второй раунд у нас начинается. Тут осторожненько так начинают оба бойца. Хороший лоу удается Айбеку. Переходит он в размен ударами, натыкается на ответку от Асадина. Ух, прям такие свистят над головой друг у друга. Размахиваются. Ну так, парни рубятся от души, конечно. Может быть, чуть не очень технично это получается, но это выглядит прям круто. И вот у нас опять такая затишье, надеюсь, перед бурей.
Выцеливают они друг друга. И пошел вперед Аслидин. Хороший удар коленом удается ему в голову своего противника. Сейчас разрывает он захват, отвечает боковыми, но Айбек тоже не лыком шит. Шел он вперед с ударами и нарывается на проход в ноги, который уже развернуть он не успевает. Однако у нас есть гильотина. Есть гильотина достаточно плотная, она из гарда. Сейчас пытается рассеять своего оппонента Айбек. Ну что, будет у нас сегодня первая победа гильотиной, в конце концов. Много раз попадались люди на эту удушку, но не сдавались. Не сдается пока и Аслидин. Но Айбек прям растянул его очень жестко. Даст ли 30 секунд подержаться, болтая его. Держится. И сейчас, если все удалось ему додержаться, а вот в чем соль? Руки-то у Юсуфбоева сейчас забились просто жестко. Он 30 секунд пытался гильотину вырвать изо всех сил. То есть напряжение мышц было просто колоссальным. И вот сейчас уже не так легко, у него удары-то полетят. Аслидин должен это понимать. Ему надо пользоваться этим моментом. Кружит сейчас Айбек вокруг своего оппонента. Решили опять взять паузу, два бойца. Активнее, бойцы! Призывает к активности Владимир Балала обоих бойцов. Владимир Бала очень сурово взирает на это, требует активности. Мне кажется, он сейчас за эту желтую карточку одному и второму просто влепит, если ничего происходить не будет. Ну, вот наконец-то Аслидин идет вперед. Попадает, кстати, на захват, но заканчивается тут же раунд. Я думаю, что не меньше будет в третьем и в четвертом. То есть вы сами понимаете, там порядка больше сотни бойцов будут победителями. И для того, чтобы вас именно, даже если вы победите, выбрали для участия в гран-при, вам нужно быть ярким, вам нужно быть зрелищным, быть смелым, отважным и рисковым. Но это бои, это профессиональные бои, на которые приходят посмотреть зрители. Вы не на турнире, не в обиду будет никому сказанным, да, который проводится за там медальку, ну, грамоту и прочее. Где достаточно набрать зачетное количество баллов, принести победу себе, своей команде и там двигаться к званию мастера спорта. Опять же, не в обиду никому, да, я это говорю. Здесь заточено на профессиональную арену. Люди готовятся к выступлениям на серьезных промоушенах мировых через львиную битву. И они уже должны отвечать законам профессиональных поединков. А зритель будет платить за интересных бои, за интересных бойцов. И вот Айбек у нас начинает с мидл-кика. Наносит два хороших удара, отгоняет Аслидина в угол, но не развивает он атаку. Мне кажется, что если бы он прям навалился на Аслидина, он бы мог и вырвать победу. Но он дает ему уйти, дает шанс восстановиться. И вот сейчас уже сам Болтаев идет вперед, и вот теперь он гильотину закрывает. Вот так-так, вот так поворот, дорогие друзья. Если во втором раунде Айбек держал его на гильотине, то сейчас прям Болтаев его жестко берет. Вот этот удушающий прием. Пытается рукой сейчас отбиваться свободный Юсуфбеков. Одна у него выключена. Ну прям классика жанра. Ну, конечно, 30 секунд, ему надо продержаться. Время сейчас работает на Юсуфбекова. Да. Ой, Юсуфбоева, простите. Время сейчас работало на него. И он, соответственно, добился этого. Добился того, что перетерпел, встал в стойку. Бой! Бой! К бою призывает Владимир Балала своих подопечных. Последние минуты этого боя нам остаются. Ну вот,
Секунда, поднимаемся. Сами все слышали, я думаю, сами сделали все выводы. На собственной воде, которая пролетела с секундантами, подскользнулся сейчас Айбек. А это опять же говорит о том, что нужно быть аккуратным. Если вы в углу приводили своего спортсмена в порядок, надо и угол потом в порядок привести. Но между тем у нас Аслидин пытался пройти в ноги. Айбек это прервал. И вот активные бойцы. Да, вот я только и ждал, когда же наконец Владимир Балала сейчас призовет. Вот угрозы подействовали от Владимира Балала. Все, он сказал, сниму сейчас обоих, и понеслись парни. Ну да, как бы, конечно, не хотелось бы так вот глупо дисквалифицироваться. Сильные бойцы! Ну, испытали агрессию друг друга, опасаются все-таки совершить ошибку парни. Можно их тоже понять, для них это первый бой. Вот снова пытался на размен выйти Аслидин, тут же его склинчевал Айбек. Удар в пах был. Ну, зацепил. Ну, честно сказать, мне кажется, что все присутствующие уже в этом зале, в том числе оба бойца, хотят, чтобы поединок завершился. Не в обиду будет им сказано, но мне кажется, оба парня просто тоже ждут гонга. И там уже... что, ну вот он и есть. Не гонг, конечно, у нас звуковой сигнал. Очень осторожный бой. Как есть, да? Итак, дорогие друзья, в этом очень осторожном бою победу одержал боец из красного угла Юсуф Боев ОНБ. Ну, мой спойлер был верным. Ойбек Юсуф Боев объявляется победителем. Зерегарный бой был полный. Айбек, ну что, ты довольно-таки хорошо аккуратничал. Не, на самом деле, когда встречаются два вторых номера, чаще всего бои такие получаются. Вот, но даю тебе слово, набрав победителя. Салам алейкум, все друзья, мы знакомые, все. Спасибо вам, все и братья. Салам алейкум, Рахман, Рахим, все. Я что говорить хотел, у меня правая рука давно был, как назвать, травма была. Допустим, пока нормально работает, пока. Ну все нормально, спасибо, организация сделала. Рустам Рахманов и все, вот, все русские, всем спасибо. Салам алейкум. Молодец, отлично, тебя поздравляю. Рука. Интересно, какая рука или нога у тебя острая? Рыбочка. Тоже, наверное, с тобой. Это Варбуза, ты знаешь, вот постоянно парни выходят вот этот и всем подарки, да? Знаешь, это кто? Это Али Баба. Али Баба. В детском варианте. Да ладно, Али Баба. Слушай, да, тоже хочу подарок. Да, заказывайте. Да, супер. Будет скидка, да? Обязательно. Отлично. Еще это было дать вы помощью вам. Бізде яна бір спонсорларымыздан біттасы MyWay компаниясы. Хохлаген турдаги авторусумларды, машиналарды заказ қылшыйлар мүмкін. Хатта Өзбекистанға обор берешады. Любой машинаны. Так что, MyWay, ссылка, комментарии, да, описание, да, было, телефон, а там на экране, рады курешься, да. Я занимался, я рассказал. В красный угол октагона приглашается боец из Таджикистана. Встречайте, Дадобоев Бахриддин! Достар, қызыл угылды. Дадобоев Бахриддин Тоджикистаннан, Хунджанд, 22 года, 68 килограмм.
Приветствую всех, дорогие зрители. Я Дадабаев Бахридин Бахтерович. Мне 22 года. Являюсь гражданином Республики Таджикистан. Приехал в Санкт-Петербург для учебы. Сейчас я студент медицинского университета. В будущем хочу стать хирургом. Поэтому выбрал для себя прозвище «Хирург». Помимо своей учебы, мне нравится заниматься спортом. И хотел проверить себя в деле. Чего желаю? Я думаю, мы покажем ярчайший бой. У нас будет, я думаю, самый лучший бой вечера в Лиге Львиной Битвы. Желаю сопернику удачи и без травм. И в красном углу появляется Дадабоев Бахридин из Таджикистана, город Худжан. 22 года, 68 килограммов, вес 176 сантиметров рост. Встречайте бойца из Узбекистана, Хазраткулов Нуриддин! Как бурчакта, достар, Хазраткулов Нуриддин, Узбекистан, Бегабот, 25 яш, 66 килограмм. Assalomu alaykum. Men Hazratqul Nuriddin, Toshkent shahrida tug'ilganman. Hozirda men Moskvada. Moskvada ham ishlab, bo'sh vaqtlarimda sport bilan shug'ullanaman. Men Instagram sahifasida Rustam Rahmonovni Sherlar jangi turnirini ko'rib qoldim va o'shanga qiziqib, shu turnirga shug'ullanishga qaror qildim. Qatnashishga Xudo xolasa, inshaalloh shu turnirda qatnashib, yaxshi janglar ko'rsatishga harakat qilaman. Shu jangda ringda sherlar qoladi, bitta sher. O'zim saperingni ham ko'rmaganman, omad tilayman. Bu saperniknikam Bahriddin Astanin bo'yicha O'zbekistondan Hazratqulov Nuriddin. Город Бекабот. 25 лет, 66 кг, 175 см рост. Таджикистан, город Худжан. Его возраст 22 года, вес 68 килограмм, рост 176 сантиметров. Это его дебют. Встречайте, Дадабаев Бахриддин! А его соперником боец из синего угла, представляющий Узбекистан, город Бекабот. Возраст 25 лет, вес 66 килограмм, рост 175 сантиметров. Также дебют. Хазраткулов Нуриддин! Рефери в октагоне Владимир Бала. Бойцы, середина, пожали руки. Внимательно слушаем моей команды, правила не нарушаем. Головой и локтем голову не бьем. Затылок, позвоночник, пах не бьем. За сетки, перчатки, шорты не хватает. Бартер 30 секунд работает. Бартер в голову работает только руками. Кажется, красивый бой. Угла. Омат Бола. А, Нори. Боец готов? Боец готов? Судья? Судьи? Начинается первый раунд у нас между Дадабоем Бахриддином и Хазратколовым Нуриддином. Сразу же Нуриддин заряжает своему оппоненту первый же удар. Получает мощный лоу взамен. Ну что ж, идет у нас заруба яростная. Сцепились в клинче бойцы.
И сейчас прихватывает своего оппонента Бахридин. Неужели пройдет гильотина? Есть возможность сейчас победить удушающим приемом. Ну, старается выжить Нуридин. Старается выкрутиться. Уснул, да. И... Все, пришел в себя. Ну что ж. Бахридин Дадабоев на первых же секундах побеждает нас удушающим приемом. Отключился, Нуридин не сдавался, терпел, а потом уже оказалось просто поздно сдаваться, стучать уже не было возможности. Просто он выключился. Такое бывает, вот первая гильотина у нас сегодня прошла. Причем жесточайшая. Ну, встает, слава богу, все хорошо. Здоровье. Нуридину Хазраткулову. Ну, здорово. Начал свою карьеру Дадабоев Бахридин с такого вот удушающего. Прихватил жестко своего оппонента. И не выпустил из капкана. В этом. И такое бывает. Удушающим приемом. Победу одержал боец из Таджикистана. Дадабоев Бахридин. Ну, поздравляем Бахридина Дадабоева. И желаем здоровья Хазраткулову Нуридину. Экзот тебя пришло помада. Позвони расстроен. Бахридин, поздравляю с уверенной победой. Слушай, расскажи, вообще рассчитывал на такой скоротечный бой? Или так вышло? Здравствуйте, приветствую всех, дорогие зрители. Во-первых, уважение сопернику. Я не думал, что так быстро закончится. Так как мой соперник тоже не новичок. Уважение тебе, брат. Спасибо организации за то, что дали такой шанс. Дальше больше. Жду соперника и дату. Красавчик. Нарим достойного соперника в этот раз. Берите пример. Коротко и ясно в бою, коротко и ясно берите на словах. Берите пример, а мы сейчас поздравляем Дадабоев Бахридин из Таджикистана. Яркая, красивая победа. Бзда. Стоматология, хирургия, урология, терапия, гастроэнтерология, кардиология, лор, гинекология, неврология. Бөлімлері өз фаулиятыны юртмоқта. Шуниндек, бізді қон тахлалары, сидик тахлалары, МРТ, КТ, ЭКГ ва УЗИ диагностикалары мавжуд. Біздің іштимауи тармақларымызге обына болин. Асосан, Instagram сахифамызда, хар хафтада, бір маратоба, jonli efir orqali o'zingizni qiziqtirgan savollaringizga mutaxassis tomonidan bepul javob olishingiz mumkin. Qolgan barcha ma'lumotlarni esa bizning internet sahifamiz orqali bilib olishingiz mumkin. Ha, aytgancha, bizning internet tarmoqlarimizdagi obunachilarimizga alohida chegirmalar mavjud. Bizning manzilimiz Sankt-Peterburg shahri, metro Площадь Ленина, ulitsa komissara Smirnova, dom 6. Biz sizlarni kutib qolamiz. И в красный угол октагона приглашается боец из Киргизии. Встречайте Дадажонов Расу! Казырлугы, Дадажонов Расу, Крастовна, Тошкурбон, Игорь Майош, 77 килограмм. Assalomu alaykum. Mening ismim Rasul.
Кыргызстандан, Шурган шаарынан. 2019 жыл Санкт-Петербургка иштеген келгенмен, азырда иштеймен. Иштен кийин тренировка кыламан. Рустам Рахмановдун Сайран сайкласында жерлер жаңгыны көрүп, кызыгып, бизге имкөнөт жаратып берген экен. Рахмат. Ошончо катнаштык, Кудай кааласа. Катнашыштан максат чемпион болуш, жакшы натыйжалар көрсөтүш. Соперникимге омат тилейман, муну менен көрүштүм, жакшы болот. Хаммага омат тилейман. Следующий бой. Расул Дадажодов из Кыргызстана, город Ташкурган, 20 лет ему. 77 килограмм, полусредняя весовая категория, 175 сантиметров роста. Встречайте Батиров Асад! Кокугыл Батиров Асад, Узбекистан, Ургенчина, 77 килограмм, так ли в кулак? Ismim Asadbek, asli Xorazmdanman, yoshim 20-da. Sankt-Peterburg shahrida bir yildan oshib qoldi kelganimga, shu yerda hozirda yashayapman, bor bo'lib ishlayman. Bu proyektni Rustam Rahmonovni Instagram sahifasida ko'rib qoldim. O'zi juda ham qiziqardim bu narsaga chiqishga. Mana ko'rdim va qiziqdim. Atbor bo'ldi yaqinda. Bordik atborga, yaxshi o'tdik. Bundan chiqishdan maqsad faqat g'alaba poyisni olish. Inshaalloh bunga yetishaman. Raqibimga ham omad tilayman. Ko'rdim bu balani. Yaqinda ko'rishtirdi. Soperniklar bilan uchrashdik. Lichno o'zi bilan tanish emasman. Gapirmaganman o'zi bilan. Lekin unga omad tilayman. Tayyorgarlik ko'rsin. Chunki tayyorgarlik ko'rilsa, bo'y judayam bir yaxshi, chiroyli o'tadi. Professional tarzda. Асад Батиров из Узбекистана станет соперником Расула Дадажонова. Асад из города Ургенч. Также 20 лет, также 77 килограмм и также 185 сантиметров росту. Также, к сожалению, не обладаю всей информацией о бэкграунде бойцовском ребят, которые участвуют в сегодняшнем турнире. Надеюсь, что к следующему отборочному этапу будет чуть больше информации, по крайней мере, хотя бы какими базовыми единоборствами они владеют, каких титулов добивались, это позволило бы делать какие-то прогнозы. Так, каждая пара для меня темные лошадки. Его возраст 20 лет, вес 77 килограмм, рост 175 сантиметров. Это его дебют. Приветствуйте, Дадажонов Расул! Справа от меня боец из синего угла. Он представляет Узбекистан, город Урджгенч. Возраст 20 лет, вес 77 килограмм, рост 175 сантиметров. Это его дебют. Приветствуйте, Батиров Асад! Рефери в октагоне Владимир Бала. Бойцы на середину, пожали руки. Внимательно слушаем моей команды, право не нарушаем. Головой, локтем, голову не бьем. Затылок, позвоночник, пах не бьем. Засетки, перчатки, шорты не хватает. Бартерев дается 30 секунд для работы. Бартерев в голову работаем только руками. Покажите красивый бой. Угла. Ума голова. Итак, Расул Дадажонов, представляющий Кыргызстан, будет биться с Батиром Асадом из Узбекистана.
Бой! Начинается бой. Расул занимает центр клетки. Ну, Асад сразу же идет в ноги. Удастся ли ему тейкдаун? А получилось, что Расул пытался его захватить на гильотину. По большому счету, сам себя в партер-то и затащил. Хочет вылезти в маунт Батиров. Бьет он коленями по ребрам оппонента. И он за счет этих действий в маунт залезает, но голову так и не вырвал из гильотины. Пальцы не ломаем. Идут у нас секунды борьбы в партере. Сейчас уже придется... Да, вот сейчас. Стоп! Владимир Балала поднимает бойцов в стойку. Лицом в центр. Бой! Сразу же бежит вперед Асад, нарывается он на проход в ноги от Расула, контрит его, накрывает, пытается растащить своего оппонента. Пытается стащить его в партер, чтобы зайти за спину. Это прекрасно понимает Дадажонов. Стоп, стойка! Выдержал он эту атаку своего оппонента, но снова у нас Батиров прям яростно ломится вперед. Наносит лоу-кик. Вот уже ударную технику включают бойцы. С таким затяжным ударом ворвался в ноги, прошел, вырвал своего оппонента, но сумел Расул сконтрить сейчас вот эту попытку Асада провести бросок. И да, вынужден Владимир Балалов вмешаться, потому что была угроза жизни спортсмена. Батирова такое ощущение, что остановить не может. Только объявляется бой, он сразу же просто летит вперед. Там с ударами, вот с двумя мощнейшими, которые он отвешивает. В борьбу идет. Дадажонов только успевает ловить его на контратаках. Но зато сейчас выходит в отличнейшую ситуацию для себя. И начинает разбивать своего оппонента. Асад уходит. Но теперь уже накрывает его Расул. И старается сейчас за спину выйти. Прекрасно это понимает Батиров. А вот сейчас, походу, удушающий-то и пошел. Расул захватил своего оппонента. Держит его крепко. Но время опять на партер кончилось у нас. Не удается Расулу довести свой удушающий до победы. Батиров выдержал эту атаку. Бой! Но сейчас тоже не бросался вперед Асад, хотя нет. Идет с ударом боковой, еще один боковой. Но встречает его такими хоккейными ударами мощными Расул, короткими боковыми. Бросок удается ему. И на этом раунд завершен. Хороший бой. Все круто, все зрелищно. Сейчас будет второй раунд этого боя. Боя очень интересного. Между Дадажоновым Расулом из Кыргызстана и Батировым Асадом из Узбекистана. Второй раунд! Бой! И Владимир Балала дает сигнал к началу поединка. Но сейчас мы видим, что Асад уже не бросается так вперед. Проводит один удар, снова попадается вот на захват шеи. Пытается все время Расул вывести его на удушающий своего оппонента. Так вот. Таскает его за шею. И где-то прихватывает. Да, вроде есть сейчас гильотина. А вот это уже опасно. Вот это уже опасно сейчас для Асада. Он в гарде, его растягивают. Шея захвачена. Ну а 30 секунд прошли. Лицом в центр. Снова возвращается он с боя в стойку. Бой!
А вот теперь Асад уже идет вперед. Все в своем стиле, как в первом раунде. Только команда боем сразу идет вперед. Пытается пройти в ноги. Получает эти мощные камерфисты. Ударами буквально пытается снять этот захват с себя. Дададжонов накрывает проход в ноги. Огромный ущерб, конечно, наносит ему Расул. Батиров там под градом ударов старается выжить. Но Расул, похоже, намерен завершить бой здесь сейчас. О, мощный удар коленом. Потрясен Асад. Он просто уже отчаянно цепляется за ногу своего оппонента, пытается выжить. Пытается отвечать даже оттуда. И мне кажется, что бой, конечно, уже надо останавливать, потому что такой урон сейчас Батиров потерпел. Да, все, ну, логично все. Владимир Бала остановит бой. Батиров показал характер, старался, но все-таки... Дадажонов Расул был сильнее. Своими ударами он вынудил рефери вмешаться. Тяжелый бой. Встает Батиров Асад. Молодец, бился до последнего. А победителем стал Расул Дадажонов. Боец из красного угла Дадажонов Расул Киргизия. Спонсор Расул Дадажонов Киргизия. Асад Бек. Әйбергерлік қана бөлі өтілді. Деген әші үштейсіз? Оз кені физик етші мәді. Я вообще не тренировался. Тренировался я чуть-чуть. Еще видите. Все впереди. Четыре. Надо не чуть-чуть, а много. Ну что, Расул, поздравляю тебя с уверенной победой. Расскажи вообще, как тяжело проходил бой, потому что я видел, как ты практически без сознания лежал между перерывами. Молодец. Слушай, если боец из синего угла все-таки тренировался больше, я думаю, он будет все-таки вывез. Вот так. Все зависит от этого. Только да. Надо тренироваться. Если ты боец, надо тренироваться. Конечно. Постоянно. Хорошо, в любой свободный время. Приглашается боец из Кыргызстана. Встречайте, Надирчон Barchaga. Meni ismim Dadajonov Nodir. Qirg'izistondan bo'laman. Sankt-Peterburg shahriga 2009-yil kelganman. Hozirda ham ishlayman, ham sport bilan shug'ullanaman. Shu Rustam Rahmonov sahifasida chellar jangini ko'rib, omadim sinash maqsadida shu jangga murojaat qildim. Rahmat Rustam Rahmonovga qabul qildi.
omadimni sinab ko'rmoqchiman. Omad hamma bayislarga daholasa chiroyli boy yutqazishga harakat qilaman. She'rlar jangiga qatnashishimga ota-onam qarshi emas. Hammasi rozi. Yoshligimdan kurashga qatnashganman. Hozirda Sankt-Peterburgda sport bilan shug'ullanib kelyapman. Xudo xolasa yaxshi natijalar ko'rsataman. Qizilu guldatasi Nodirjon Dadajonov Kirgiziya Qirg'izistondan 23 yosh 86 kg. Звенная битва в самом разгаре, дорогие друзья. Надержон Дадажонов из Кыргызстана. 23 года, 86 килограммов вес, 170 килограммов рост. Ну что ж, до среднего веса мы добрались, дорогие друзья. И я так тоже скажу, что следующим боем весовая будет только увеличиваться. Все более тяжелые парни выходят в клетку. Чуть будет снижаться скорость, но при этом будет увеличиваться мощь ударов. Встречайте Усманов Достанбек! Как угодно, Усманов Достанбек, Узбекистана, Сурхандарьо, Теребез, 23 йош, Сакса, 80 килограмм, кто вам? Do'ston 1997-yil Surxondaryo viloyati Termiz shahrida tug'ilganman. Hozirda 2007-yildan beri Sankt-Peterburg shahrida ishlab ham trenovka qilib kelyapman. Yaqinda Rustam Rahmonov Instagram sahifasida MMA bo'yicha chempionat promotionini ko'rib qoldim. Shunda qatnashishga menga nima qiziqish uyg'ondi. Shunga men hozir nima qildim? Casting bo'ldi, castingni qabul qilishdi. Shunga endi yaqinda boy sapernigim Farg'onalik bola Nodirjon. Yaxshi bola, kuchli bayets ekan. Chiroyli boy ko'rsatamiz verishni endi. Достанбек Усманов из Узбекистана, город Сахандария, 23 года ему также, 86 килограммов вес, 85 сантиметров рост. Нет пока у них профессиональных рекордов, но я думаю, что для этих парней все не за горами. Сегодня они первый шаг делают в клетку на профессиональной арене по большому и длинному пути бойца смешанных единоборств. Именно таких ребят, для таких ребят и создан наш проект благодаря Рустаму Рахмонову. Вы можете также получить свой шанс проявить себя в боях в клетке. Присылайте свои резюме, свои заявки. Адрес указан в описании к данному видео. Вы пройдете кастинг и получите шанс выступить в клетке. Наших тяжеловесов. Весовая категория до 86 килограмм. Слева от меня в красном углу боец из Кыргызстана. Его возраст 23 года. Рост 170 сантиметров. Это его дебют. Встречайте, Надирджон Дадажонов! А справа от меня боец, представляющий Узбекистан, город Сурхандарья, Термез. Возраст 23 года, рост 175 сантиметров, также дебют. Приветствуйте, Усманов Достанбек! Рефери в октагоне Владимир Бала. Бойцы на середину, пожали руки. Внимательно слушаем, мы команды правил не нарушаем. Головой и локтем голову не бьем. В затылок, позвоночник, в пах не бьем. Соседку, перчатки, шорты не хватает. 30 секунд дается на работу в партере. В партере работаем в голову только руками. Покажите, как красиво будет. Омат Бога. Ну что ж, Владимир Балала рассчитывает на красивый бой, рассчитываем на него и мы. Боец готов? Надержон Дадажонов, Кыргызстан, против Достанбека Усманова, Узбекистан. Первый раунд. Бой! Надержан сразу же с фронт-кика начинает этот бой. Пытался размаху влететь в своего оппонента, но попался на тейкдаун. Достанбек контролирует своего оппонента в партере.
пытается вырваться из захвата. Ну, сейчас пытается на гильотину взять своего соперника. Надержен. Но положение такое, что капкан еще не прочен. И Надержон вырвется. Тем более, что и закончились 30 секунд, отведенные на партер. Лицом в центр. Ой! Надержон так кружит, кружит, как коршун вокруг своего оппонента. Пытается опять... С колена пытался пробить, но получилось так, что он попался в захват своего оппонента. Такой импровизированный тейкдаун. Пытается сразу Надержон провести треугольник, как мы видим. Ищет, ищет свои моменты в партере. Дастанбек это чувствует. Старается не допустить он ошибки. Идет у нас борьба в партере. Пока ни у кого нет особого преимущества. Опять у нас стойка. Ну, интересную тактику выбрал Надержон. С вот этих вот размашистых, запрыгивающих атак. Остановите бой! Так, и походу у нас травма. А, надо поправить амуницию. Что-то с этим сделать? Надо поправить амуницию. Ну что ж, интересно, я говорю, так, Даджонов. Прыжками невероятными. Сейчас будет перчатка приведена в порядок. Бой продолжится. Итак, поединок сейчас продолжится. Надержон Дадаржонов, Кыргызстан. Бой! Против Дастанбека Усманова из Узбекистана. Опять-опять заходит на цель Надержон. Собирается, похоже, опять отрыв сделать. Смотрите, ага. Пытался уширу сделать, но получилось, что отдал спину. И сейчас Дастанбек может его завалить в партер. Так и получается. Дастанбек сбоку. Отдает спину Надержон. Пытается его сейчас прихватить Дастанбек. И есть у него шанс провести удушающий прием. Неплохо законтролировал своего оппонента Усманов. Старается Дадаржонов сейчас руку отключить. Грамотно защищается. Капа вылетела. Ну не растерялся Надержон. Так хорошо отконтролировал сразу голову оппонента, руку оппонента. Не позволил провести удушающий прием. И снова-снова начинает закруживать. Что случилось? Так, заминка у нас устранена, и все-таки бой продолжится. Уже в атаку пытался идти Дастанбек. Но Надержон снова этот прыжок, удар коленом. Еще один пытается провести, но отдает ногу, получает удар навстречу. Начинается заруба. Ждем второго раунда, дорогие друзья. С
Секунданты, приводим угол в порядок. Итак, второй раунд. Получше. Свой же спортсмен может попасть. Все? Бойцы готовы? Второй раунд. Бой! Начинается у нас второй раунд. Посмотрим, повторится ли рисунок первого. Надеждин сейчас попытался опять вот так показать эту атаку свою фирменную, коронную, в прыжке коленом. Ждет Достанбек активных действий от своего оппонента. Ну, сам начинает с лоу-кика. Еще один лоу-кик. Ну вот пошел в атаку, надержим мощный удар, он отвешивает, попадает по Достанбеку, тот ему отвечает. Пошла заруба кость-кость, но удается Достанбеку пройти в ноги. Несколько увесистых ударов он получил, еще один. И все, валит Назербек своего оппонента, надержим. Пытается выжить Усмонов. Дает шею, проходит в ноги. И все, все-таки технический нокаут. Держон Додажонов дожал своего оппонента, нанес несколько увесистых ударов, и они сделали свое дело. Это технический нокаут, дорогие друзья, и это победа. Подходит к своему сопернику, надержан, помогает ему встать. Взаимное уважение опять, как и уже много раз на этом турнире демонстрируют бойцы. Вот этим всем духом спортивного уважения друг к другу пропитано наш проект. Это очень радует. Из красного угла надержан Додажонов! Ну а мы поздравляем надержана Додажонова, бойца из Кыргызстана, с красивой яркой победой. Всем ассаламу алейкум. Спасибо всем. Это спорт. Есть победа, есть поражение. Всем. Коротко и ясно. Нет побед без поражения. Надержан. Тяжелый вес, уверенная победа. Твои эмоции. Всем салам алейкум. Başkan burada posta etkilerine rahat. Yolunda durum bir gün ısrar bir rahat. Sizin rahatı gel. Uçtur gelsin. Dadaşoğlu, Nadirşoğlu. Taşoğlu, bu da kolasa bundan giden büyük boylar ötedi. Tabi tabi. Yazım olsun de. Adet. Omanı da versin. Метаморфоза. Знаешь, кого хочу пригласить? У него полмиллиона подписчиков. ТикТоке. ТикТоке. Вот там стоит. Диор, what the fuck? Давай, мы ждем тебя. Салам алейкум, Диор. Приветствую, приветствую. Он хочет тоже да, вызвать бой одного блогера. Вот дает микрофон. Ассаламу алейкум, Мухаммагет. Бой джудян зор бойляпты. Охары джудян бойляпты. Кызыкарли бойляпты. Хама байзлай омад. Сызген арты рахмат. Шынахыл. Юштырганызге. Біз сол закурсы гаплашымды. Дойым Каимовты. Бойга чакраман дедес. Шугаплар осыпан. Доймур Каимов, октагонда тұрамыз, Диор Близзард ашаяпты. Сіздің дегеніңізге рахмат, оманыңызды берсін, газдың болсын, дальше и больше.
Хотел спросить, как он сделал эти полмиллиона? Самое удобное приложение, которое Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан деньги отправит, это Саламбай. Про это знаешь? Слушай, нет. Первый раз вообще слышу. Саламбай, блин, ну ты чё? Конечно, это все прекрасно знают. Саламбай, самое лучшее приложение. Имею в виду. Ну что, ссылка, комментарий, сообщение было. Inson uchun eng ulug' ne'mat bu uning oilasi. Har bir inson u haqda g'amxo'rlik qilishga harakat qiladi. Hatto uydan uzoqda bo'lganda ham. Ham yurtim menga Salam Pay ilovasi haqida aytib berdi. U orqali uyimga pul jo'natish ham qulay, ham foydali ekan. Telefoningizga uni o'rnatasiz va ro'yxatdan o'tasiz. Savollar paydo bo'lsa, ilova orqali o'z ona tilimda javob beradigan operatorga murojaat qilishim mumkin. Salam Pay bu foydali kursda amalga oshiriladigan pul o'tkazmalari, jo'natiladigan pul miqdori kiritilganidan so'ng kursni boshqa tizimlar kurslari bilan solishtirish mumkin. Pul o'tkazmasini jo'natish uchun istalgan bank kartasidan foydalanish imkoniyati juda qulaydir. Pul o'tkazmasi raqami haqida ilova orqali darhol xabar berish mumkin. Hammasi oson. Pul o'tkazmasi darhol yuboriladi. Pullarni esa istalgan bankdan olish mumkin. Rafiqam birinchi marta Salam Pay orqali pul olganida menga darhol qo'ng'iroq qildi va u har doimgidan ko'ra ko'proq pul olganidan hayronligini aytdi. Men unga Salam Pay bu komissiyasiz va foydali kursda amalga oshiriladigan pul o'tkazmalari ekani haqida so'zlab berdim. Endi men rublda avvalgi miqdorga teng summa jo'natsam ham oilamdagilar ko'proq pul olishmoqda. Mening do'stlarim uchun ham o'z oilalari haqida g'amxo'rlik qilish juda muhimdir. Shu sababli ularga ilovani o'rnatish bo'yicha ko'rsatmalarga ega xabarni yubordim. Endi men o'z oilamdagilarga foydali kursda va komissiyasiz pul jo'natyapman. Ayniqsa, ilovada o'z ona tilimda javob berilishi men uchun juda yoqimli va qulay. Salam Pay. Bu yaqinlaringiz haqidagi g'amxo'rliklarga to'la foydali pul o'tkazmalari.